Интересно, правда ли некоторые люди связаны невидимой нитью? Ведь согласитесь, бывают в жизни совпадения, в которые сложно поверить. Одно из них, например, описано в книге. О ней и поговорим в рубрике «Совсем обозрело». Лора Шроф «Невидимая нить». Ранее о книге я не слышала, но, как это часто бывает, купилась на интересную обложку. И не пожалела. Под ней оказалась автобиографичная история американской бизнес-леди, жизнь которой случайно изменил мальчик из гетто. Женщина бежала по делам, когда бедный парень по имени Моррис попросил у нее мелочи. Лора сначала прошла мимо, но потом вернулась и отвела нового знакомого в кафе. С тех пор их встречи стали регулярными, но все оказалось не так гладко. Когда-то Моррис надолго пропадал, и Лоре приходилось выяснять причины его отсутствия и невольно открывать темные страницы жизни парня среди нищеты, насилия, запрещенных веществ и преступности. Сама героиня тоже столкнулась с проблемами. Помимо постоянных переживаний, пришлось разобраться с непониманием коллег и родных. Все рассказывать не буду, лучше прочитать самим. Но история получилась одновременно шокирующая и вдохновляющая. На страницах часто про дружбу, родительство, отношения в семье, много примеров того, как делать не надо. А самое главное, этот кусочек жизни дает надежду на то, что даже если ты вырос не в лучших условиях, всегда есть шанс стать хорошим человеком. И еще показывает, как важно иногда протянуть руку помощи и поверить. Понятно, что подобная случайность одна на миллион, но даже такие совпадения греют душу. Если хочется почитать что-то реалистичное, суровое и при этом теплое, «Невидимая нить» – отличный вариант. С вами была рубрика «Совсем обозрела». До четверга.